Ламы в Липецком зоопарке спасаются от жары водными процедурами. За занятием животных застали сотрудники учреждения и сняли на видео. Изначально в кадре появляется одна лама. Она стоит под прохладной струей воды, подставляя спинку и бока. По всей видимости, животному тяжело дается жара, ведь у него длинная и густая шерсть. Очень скоро к ламе присоединяется подружка. Копытные даже начинают соревноваться друг с другом, стараясь занять место под брызгами воды.